Добрый день, дорогие друзья! Я всех приветствую на своем канале, всех моих подписчиков и всех тех, кто еще не подписался на мой канал, а только зашел ко мне в гости. Если у вас есть такое желание, подписывайтесь на мой канал. Будет очень много интересного. И сегодняшнее мое видео я хочу посвятить вязанию воротничка. Как-то еще зимой я выставила видео воротничка, который я связала на заказ. Я не ожидала, что он вызовет такой ажиотаж, и все неоднократно, ну не все, а многие неоднократно меня просили, чтобы я связала вместе с вами такой воротничок еще раз. То есть, как бы, сделала мастер-класс. У меня все не хватало времени, но вот я как бы помню, что я обещала, обещала, обещала. И вот настал момент, когда я наконец-то могу начать вязать этот воротничок вместе с вами. Значит, сразу скажу по поводу схемы. Так как я этот воротник вязала очень давно, схему, чтобы вам дать, это мне нужно по новой перелопатить кучу информации в интернете. Поэтому, милые мои хорошие, если вас не устраивает мое объяснение, ну, поищите тогда в интернете что-то другое. Конечно, там, когда я понимаю, когда я где-то там допустила ошибку, но я как бы человек, иногда вот я уже заметила некоторые такие моменты, что когда я читаю, вернее, когда я записываю у себя, монтирую студии, после этого просматриваю, все нормально. Но когда переносится на YouTube, вот как бы было два таких момента, что там почему-то пропадает звук. И мне приходилось переписывать, ну, как монтировать по новой видео и опять как бы закачивать на YouTube. Я считаю, что это не критическая ошибка. Если вы такое заметили, пожалуйста, напишите спокойно, без эмоций мне. Я всегда, если вы обратили внимание, помогаю, объясняю, рассказываю. И, естественно, если я выставила видео, которое, ну, с дефектом, я, естественно, его либо еще раз пересниму, либо, значит, закачаю по новой, потому что всю ту информацию, которую я даю, у меня она никуда не девается. По крайней мере, у меня есть по ней копии. И вот как бы в случае там с салфеткой, с одной, я буквально в течение дня заменила то, что было с ошибкой. С другой салфеткой там тоже произошел тоже сбой. Ну, я думаю, что это, скорее всего, что по моей вине, но я заранее приношу извинения, я такой же человек, как и вы, и, естественно, могу допустить какие-то ошибки. Ну вот, такое предисловие. Так вот, по поводу схем. Схему давать вам не буду. Это раз. Во-вторых, даже если я вам ее дам, навряд ли вы разберетесь в ней. Это нужно как бы иметь опыт какой-то за плечами для того, чтобы разобраться. Потому что когда я начала вязать данный воротничок, потратила не один час для того, чтобы как бы расчеты сделать под себя, это раз. Потому что ниточки у каждого разные. И, допустим, один вяжет 55 сантиметров, другой 52, третий там 57 сантиметров, потому что, опять же, вы же не стандартно вяжете. Ну, конечно, можно вязать стандартно, но как бы в большинстве случаев каждый вяжет под себя там или на ребенка, или на уже пожилую солидную даму, или, допустим, хочет подарок связать там к определенному виду одежды.
опять же, там горловины у всех разные. Поэтому я всегда призываю, делайте свои расчеты, чтобы не получилось так, что вы связали, а он оказался либо мал, либо велик, и это будет некрасиво смотреться. Вот. Поэтому еще раз говорю, что я потратила не один час, поверьте, во-первых, для того, чтобы найти этот воротничок в интернете, затем разобраться, как что вязалось. Затем я переделала его еще и под себя. Поэтому вот я говорю, что вот есть такой сад, крючок или клубок, клубок, скорее всего. Клубок. Вот клубок. 7, по-моему, клубок 7.ru. Клубока 7. Наверное, так. Но я могу вам дать еще наводку. Значит, название можно вбить в поисковике «Шикарный воротник Татьяны Воробьевой». Я ни в коем случае не присваиваю разработку этого воротника себе. Значит, очень талантливая вязальщица, потому что она связала не один такой воротник. Есть в интернете несколько вариантов, очень-очень симпатичных. И я хочу связать каждый из них. Получится у меня, мы свяжем вместе с вами. Потому что, поверьте, если вы обратите внимание, у меня очень много работы. Ну, посмотрите мои видео. Посмотрите интервал между тем, как я вам их выставляю на ютубе. Я вяжу очень много, и у меня еще целый ряд выстроен ждущих меня работ, вот так скажем. Вот. Но я ни в коем случае, видите, не оставляю пожелания ваши в стороне. Итак. Продолжим. Салфеточка эта была взята из вот такой схемы, ой, вернее, не салфеточка, а воротник был взят на основе вот такой схемы салфетки. То есть у нас будет вязаться вот с этого момента. И значит, вот здесь будет немножко упрощено, то есть вместо 5 столбиков будут 4 столбика вязаться. Ну и в процессе работы я сейчас уже не буду вам рассказывать, что я тут упростила по схеме. Если, еще раз повторюсь, если вы не хотите вязать со мной, вот я вам показываю вот схема и вот дальше схема. Естественно, здесь вот раппорт, который повторяется. Вот он идет вот отсюда, и вот он повторяется вверх. Я для себя распечатала в увеличенном виде. Видите? Все скачано. То есть картина, сам рисунок схемы был скачан с интернета. Вот. И вот я вам еще даю еще, как бы, если хотите, пожалуйста, смотрите. Вот дальше. И вот так вот идет, заканчивается наш воротничок. И видите, несколько вариантов себе распечатала в уменьшенном, в увеличенном виде. И значит. А что еще хочу вам сказать? Крючок я буду использовать 1,25, и пряжу буду использовать хлопок. Вот эту пряжу я уже рекламировала. Я из нее вяжу салфеточки. Мне она очень понравилась. Это турецкая пряжа, 100% хлопок. В ней 50 граммов больше 500 метров. Название вы можете посмотреть в введении других салфеточек моих. Я сейчас уже не помню, потому что вы видите, она у меня без этикеточки. Вот. И я хочу вам сказать, что значит, для воротничков. Чем тоньше вы берете пряжу, тем нежнее они будут и красивее смотреться.
Ну и не только для воротничков, это и для салфеток тоже. Как бы чем тоньше, тем симпатичнее смотрится вот этот вот ажур. А значит, в этом видео я сейчас вам расскажу, каким способом я буду набирать петли для воротничка. Здесь вот еще раз хочу вам показать. Видите? Как бы не очень четкая схема. И считать сложно. Я же говорю, я потратила не один час для того, чтобы, ну, скажем так, модернизировать эту схему. Если, допустим, так вот на первый взгляд посмотреть, то у нас как бы образуются уже из петель такие ячеечки. Я вот связала небольшой образец. Видите? Вот. Ну, естественно, я вам буду показывать с самого начала. И набор петель я сделала вместо того, чтобы у меня же тоненькая ниточка, и поэтому считать вот эти вот воздушные петли очень сложно. Вот. Поэтому я решила по-другому. Я набираю с помощью столбиков. Как это делается? Это делается таким образом. Вот делаем начальную петлю и провязываем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Более того, я вот такой метод использую во многих изделиях, которые я вяжу крючком. Потому что это позволяет и обвязку красивую внизу сделать. И опять же повторюсь, что не нужно заморачиваться с тем, чтобы высчитывать, сколько воздушных петель вы набрали. И так далее. Вот, теперь смотрите. 3 воздушных петли. Мы делаем накид на крючок и вступаем в первую воздушную петлю. Провязываем столбик с одним накидом и провязываем 2 петли на крючке. Далее опять 1, 2, 3. И теперь вершинку вот этих наших петелечек мы зацепляем вот эти 2 петли. И вытаскиваем петелечку или вытягиваем петелечку. И опять у нас получается. Так, сейчас я уберу, а то камера никак не сфокусируется. Вот. И у нас опять получается, что 2 петли мы опять провязываем. Далее 1, 2, 3. Вновь делаем накид на крючок. Опять зацепляем эти 2 петелечки. Вытаскиваем, вытягиваем петлю вот на высоту, чтобы у нас высота однозначно была. Опять провязываем накид с этой вытянутой петлей и затем провязываем 2. И у нас получаются вот такие вот ячеечки, видите? И вы изначально уже знаете, что здесь у нас 3 петли. Вот в данном случае, вот когда мы будем вязать воротник, нам нужны будут вот такие вот, скажем, квадратики, да? То есть, так вот, вот я возьму. То есть, получается, вершинку каждого вот такого нашего провязанного, нашей провязанной комбинации столбиков, да, и воздушных петель, мы будем провязывать затем столбик с накидом. Ну, то есть, столбик с одним накидом. Между ними будет 3 воздушных петли. Вот. Вам нужно набрать вот таких столбиков. Вот в данном случае у меня 65.
А вот в случае Татьяны у нее набрано 72. Она вяжет на взрослого человека. Ну, то есть она демонстрирует, я так понимаю, что на себе она этот воротник демонстрирует. Возможно, даже не на себе, не могу сказать на ком. Я же этот воротничок хочу связать для подростка, скажем так. Ну, на подарок своей племяннице. Ей 14 лет, она ходит в школу, поэтому как бы будет актуально к 8 марта вот такой воротничок подарить. И значит, я предлагаю самостоятельно вам набрать вот таких вот воздушных петель столбиком, либо 65. Либо вы должны рассчитать под себя, потому что сейчас я вам еще раз скажу. Вот обратите внимание, у нас вот здесь вот одна ячейка идет, вторая ячейка, затем идет третья и четвертая. У нас раппорт 1, 2, 3, 4. Вот 4 ячеечки. Раппорт у нас идет. В рапорте 4 ячейки. Значит, в данном случае еще вот здесь у нас идет половинка. Здесь вот я начала немножко вязать. То есть вот эта рогатинка у нас соответствует нашему листочку. Вот этому. Из нее мы будем вывязывать затем вот такой красивый листочек. Вот таких рогатинок должно, вот у меня 15, у Татьяны 17. И помимо этого, вот половинка идет, вот чтобы у нас соприкоснулся, ну когда мы будем сводить вот так вот. Воротничок у нас должен получаться полный лепесток. Это будет очень красиво смотреться. Поэтому вот здесь еще идет у нас задействована ячеечка, ну, на половинку. Я говорю, если вы будете вязать вместе со мной, вяжите и свяжите. Вам нужно будет набрать 65 вот таких вот столбиков. То есть 3 воздушных петли и столбик. Затем вам нужно будет провязать также 65, ну не 65, скажем, из каждой вершинки вам нужно будет провязать вот здесь вот 3 воздушных петли, затем еще раз 3 воздушных петли. И вершинку вот этого, нашей конструкции провязать столбик с одним накидом. Я сейчас сделаю набор. Значит, вот это у меня, еще раз повторюсь, на 15 петель, на 15 наших листочков плюс 2 половинки. А вот этот набор я буду набирать на 72 ячеечки, скажем так. 1, 2, 3. Вот еще мне нужно будет набрать 72. Я буду параллельно вязать и то, и другое, потому что как бы хочу вам показать и сказать, сколько сантиметров у меня будет составлять вот длина вот этого воротничка. А вы тогда определите для себя, какое количество ячеек вы будете набирать. И я вас призываю, вот это вводное видео, поэтому послушайте его, пожалуйста. Не говорите о том, что вы затянули и так далее, потому что и начинающие вяжут. И я понимаю, может, кого-то это напрягает. Прокрутите, пожалуйста, вот то, что я, допустим, говорю для вас лишнее. И найдите то место, с которого вам будет интересно. Итак. Чтобы было уж совсем понятно, значит, вот это вот я схематично нарисовала для себя, вот разыскала. У меня, оказывается, вот здесь вот было написано.
Это еще у меня расчеты были сделаны с Заринска, то есть с Алтая. Вот. И, значит, я вот схематично рисовала. Значит, вот эта нижняя часть, это у меня получается здесь 3 воздушных петли и столбик с одним накидом. Дальше. Второй ряд, это получается это наши ячейки. То есть у нас идет, если начинать вот отсюда, да, мы же вот так вот набрали и начинаем вот отсюда. Это у нас второй столбик, ой, второй ряд. Значит, у нас здесь получается идет 3 воздушных петли, еще 3 воздушных петли, всего получается 6, столбик с накидом. Дальше опять 3 воздушных петли, опять столбик с накидом в основании вот наших вот этих, ну как, вершинку нашего вот 3 воздушных петли и столбика с накидом. Я даже не знаю, ну комбинация столбика, вот так мы назовем. То есть мы второй ряд вяжем до конца вот таким образом. Третий ряд, это вот здесь у нас третий ряд. Вот здесь третий ряд. Значит, мы провязываем. Ой, то есть вот здесь вот третий ряд. Значит, опять у нас это уже будет с этой стороны. Вот с этой стороны третий ряд. Ну что ты, фокус-то потерялся. Вот, мы опять поднимаемся, вяжем 6 воздушных петель. Столбик с одним накидом и под вот эти воздушные петли, под 3 воздушных петли здесь, которые мы провязали в предыдущем ряду, мы провязываем 2 столбика с одним накидом и сюда вот провязываем столбик с одним накидом. Опять 3 воздушных петли, столбик с одним накидом, 2 столбика с одним накидом под воздушные петли и дальше опять столбик с одним накидом. И таким образом мы продолжаем вязать до конца ряда. Далее уже у нас это будет четвертый. В четвертом столбике мы уже делаем следующее. Мы вяжем 3 воздушных петли и столбик с одним накидом по цепочку. Далее опять 3 воздушных петли. Нет, вот здесь вот наоборот. Вот так вот надо. То есть мы вяжем 3 воздушных петли. Дальше опять 3 воздушных петли и столбик с одним накидом по цепочку. Далее мы провязываем 2 воздушных петли. И, ну, я потом уже буду все показывать. И здесь мы вот отсюда с основания вывязываем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Далее у нас 3 воздушных петли, столбик с одним накидом и так далее. Значит, я вот схематично отметила, что у меня рапорты, вот, чтобы вы понимали, вот как я говорила, 1, 2, 3, 4, 4 клеточки, и в пятую, получается, у нас идет начало нашего рапорта. Далее, вот у нас 1, 2, 3, 4. Вот рапорт наш. Ну, то есть, вот можно вот так вот. Вот это наш рапорт. 1, 2, 3, 4. Да что ты, фокусируйся. То есть, 1, 2, 3, и вот четвертый, это наш рапорт. И таких вот у нас должно быть 17. Это если вы набирали 72, и получается 73, это у нас половинка. Значит, комбинации столбиков с воздушной петлей. Далее.
17, если мы умножаем на 4, 17 умножить на 4, у нас получается 68. 17 умножить на 4, получается 68. Но нам же нужно еще провязать половинку. Поэтому у нас с этой стороны получается 3 столбика, и с этой стороны у нас получается 2 столбика. А, тоже 3 столбика. То есть мы прибавляем 6 еще. Ячейки, не столбика, а ячейки. Итого у нас нет, прибавляем 5. 2 и 3. 5 у нас получается. И всего у нас получается 72. Ой, 73. Что-то со счетом я как бы... Это вот расчет у меня идет. Это, почему я так вам все популярно объясняю? Это я объясняю для того, чтобы вы смогли для себя рассчитать. То есть, как бы на свой размер, скажем, на свои сантиметры. Вот я начинала вязать. У меня было 15 рапортов. Плюс 5, вернее, неправильно, 15 умножить на 4, это у меня получается 15 умножить на 4, это получается 60, 60 плюс 5 получается 65. Если вы возьмете 16 рапортов умножить на 4, это получается 16 умножить на 4, это получается 64 плюс 5. Вам нужно будет набрать 69. Ну и дальше 17, это вот 68. Если вы хотите меньше, то ну, получается меньше 15 и 14. То есть арифметика понятная. И, естественно, уже вы сможете связать на тот размер, еще раз повторяюсь, на который вам нужно. Это я вам рассказала по рисунку. А по сантиметрам вы тоже должны сами рассчитать. То есть вы для себя вяжете, допустим, 4 ячейки. Ну, провязываете 4 ячейки. И смотрите, сколько занимает 4 ячейки в сантиметрах. Затем вы умножаете на то количество сантиметров, которые вы хотите провязать. Ну, то есть получается, вот смотрите, сейчас я вам расскажу. Вот, к примеру, я набрала 65. Вот здесь у меня в этом, я уже провязала, у меня здесь 65. Сейчас я скажу, на какой, сколько сантиметров у меня составляет 65. 65 ячеек у меня составляет 52 сантиметра. Далее. Я измеряю, сколько у меня составляет 4 ячейки. 4 ячейки у меня составляет 3 сантиметра. 3 сантиметра. Значит, и еще я смотрю, сколько у меня 5 ячеек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5 ячеек. Измеряю 5 ячеек, сколько у меня составляет 4 сантиметра. Ну, то есть получается, что каждая ячейка по сантиметру в данном случае у меня. Значит, я из 52, 52 минус 4, 48 у меня получается сантиметров. И 48 сантиметров... Это составляет у меня
то количество, которое я должна провязать. Ну, то есть общее количество. 5 ячеек это у меня составляет вот, ну, половинки, скажем так. Надеюсь, вы поняли, то, что я хотела вам рассказать. Так, вот я набрала 63. Ой, 73. Сейчас я померю, сколько у меня составляет 73. Так, 73 у меня составляет 60, ну, где-то 66 сантиметров. Вот. Вы можете выбрать себе 16 сантиметров. Вот. И посчитать. Ой, что я сказала? 66 сантиметров. Вы можете себе расчет сделать по-меньшему. То есть, как бы, сколько составляет, допустим, то же самое, только на 16 рапортов. В общем, когда вы рассчитаете, сколько сантиметров у вас, ну, вы же будете вязать со своей пряжи, поэтому вы рассчитаете, сколько составляет 4 ячейки. И когда вы определите свой размер, какой вам нужен размер воротничка, вы должны будете отнять в начале, то есть сколько 5 сантиметров составляет, 5 ячеек составляет, а остальное разделить на 4, ну вот на те сантиметры, которые составляют вот наш рапорт. И у вас получится количество рапортов. То есть количество 15, либо 16, либо 17. Вот такое количество. Дальше мы, значит, набрали 73. Вот в моем случае я набрала 73. Но повторюсь, у меня же ниточка тоненькая, поэтому я расчеты делала под себя. Вы можете делать, еще раз скажу, под себя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Это 72. И вяжем 73-ю ячеечку. Один, два, три. Почему я так разжевываю? Чтобы вы поняли принцип, и вы в дальнейшем сможете. Так, лишний, по-моему, столбик связала, да. Ой, это петелечку лишнюю. Чтобы вы в дальнейшем поняли принцип, и вы бы смогли связать на любой размер данный воротничок. Потому что воротничок очень красивый. Возможно, вы свяжете не один. Далее мы делаем это. Мы теперь будем вязать следующий ряд. Набираем 1, 2, 3. Еще раз 1, 2, 3. И теперь столбик с одним накидом вот в основании. Фокусируйся. Вот здесь находим это наше основание. Подцепляем по 2 петелечки. Вытягиваем ниточку. И у нас получилась и петелечка, и петелечку со столбиком мы провязываем. Далее, раз, два, три. Снова ищем вершинку вот здесь у нас.
находим две петелечки. Вот они у нас. Вытягиваем петлю и опять провязываем. Я думаю, что ничего сложного нет. 1, 2, 3. Последний раз показываю. Дальше вы вяжете до конца ряда самостоятельно. Вот таким образом. И у нас получаются вот такие вот ячеечки квадратненькие. Провязываем до конца ряда. Довязали до конца ряда. Провязали 3 воздушных петли. Затем вступаем вот сюда, в первую петелечку. Самую-самую первую. Вытягиваем петлю. Ниточку вытянули. Провязали. И 2 петелечки провязали. Разворачиваем наше вязание на другую сторону. Вот так вот, не вынимая крючочка. И вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем накид. Вступаем вот в вершинку первого столбика. Это у нас уже второй столбик. Первый был вот здесь, а это у нас второй столбик. Вытягиваем ниточку, провязываем ниточку с накидом и провязываем 2 петли. У нас получилась вот такая ячеечка. Далее мы вяжем. Опять берем накид. Вступаем под цепочку из 3 воздушных петель. Провязываем столбик с одним накидом. Еще один столбик с одним накидом. Того у нас уже 3 столбика. Дальше опять провязываем столбик с накидом в следующую вершинку следующего столбика. Итого у нас получилось 4. По схеме. По вот этой схеме даже не по этой схеме, а по вот этой схеме у нас получается здесь вяжем мы 5. Но почему здесь 4 сделала я? Ну и по-моему Татьяна то же самое сделала, потому что идет слишком большое расширение. Я вязала 5 в своем первоначальном варианте. И фолдит очень сильно. Для того, чтобы не фолдило, я провязала 4 столбика. Значит, в варианте Татьяны, вот если честно, то я там не усмотрела. Ну, по-моему, тоже 4. Тоже, по-моему, 4 столбика. Ну, я-то уже на своих ошибках учусь, поэтому как бы я вам демонстрирую то, что как бы уже, скажем так, я учла. 1, 2, 3, накид, вступаем в вершинку, теперь у нас идут 2 столбика под цепочку, и опять вершинку. И вот что должно у вас получаться. То есть у вас идет сейчас чередование. Идет в начале клеточка, потом 4 столбика. Из них 1 столбик идет в вершинку, 2 столбика под цепочку и опять столбик в вершинку. Всего их 4. Далее у нас идет 3 воздушных петли и опять мы вывязываем 4 столбика, опять 3 воздушных петли и 4 столбика. Таким образом вам нужно провязать до конца ряда.